Всем привет, с вами Остап Бендер. И сегодня я поиграю по фану с такой пушечкой замечательной, как Чейтак М200. Эта болтовочка была очень долгое время топ болтовкой number one до введения Макмиллана. И играть я буду только с ней, не буду использовать ни писты, ни ножи, только Чейтак. Я решил поиграть с ним так по фану. Ну и да, куда же без трех компов? При пяти-то палках пинга. Делаю минус один. Минус два. И меня забирает чувак. С ником Смерч. Тут вон двое перестреливают. Ух ты. Круто мне прилетело. Я убрал все регенящие броники, убрал пизды, поставил матебу, которую чинить не нужно, и убрал катану. Поставил себе армейские ботинки, перчатки снайпера, жилет за варбаксы хэллоуиновский и хэллоуиновский шлем за варбаксы, который очень даже неплох. И давайте уже к Чейтаку перейдем. Я делаю минус один. Так, ой-ой-ой, тут. Такой, чё? Видите, что-то дальше меня не очень пустило. Сейчас сервера кошмар как лагают. Причем не только сервер Чарли. Я сегодня заходил на сервер Альфа. Там играл, он тоже лагал. Ну, все это из-за этого удвоенного опыта. Сервера переполнены. И поэтому происходит лаги. Забираю я этого с Макмилланом, и меня убивает чувак с альпинкой. Да, старая добрая альпинка. Охренительная вещь. С тем чуваком лучше не перестреливаться. Я играю с альпинкой так порой, что мне никакой Милан не нужен. Убил уже с ней довольно до хрена. И до начивки мне нужно всего лишь меньше 500 фрагов. Но что-то как-то руки у меня к ней не идут. Не ложится на душу с ней играть. Я делаю минус второй, минус третий. Где вы? Так. Минус четвертый, и надо бы перезарядиться. Давайте-ка посмотрим тут. Так. Скосил, походу. Так, о, вот он тут. Минус пятый. Так, кто тут еще? Минус шестой. Найс. Просто найс. Счет меня в этой игре мало волнует. Я решил поиграть так, по фану. Ну и записать для вас эту замечательную игрушку. Так. Ай-яй-яй-яй, патроны кончились. Эх-эх-эх. Меня забирает чувак, который откуда-то взялся там. Ой. О, этот трехъежовый. Просто у некоторых чуваков из-за этого. Ну, вот это да. Найс. За один только это подкат. Когда я этого чувака забрал, я думаю, следует поставить лайк. Дабл килл. Ай-яй-яй, скосил. Ах ты ж, блин, патроны кончились. Но меня все равно убили. Красивый был дабл килл. Но за одно это убийство в подкате, когда чувак выбежал, я думаю, только за него уже следует поставить лайк. Но мы тут с чуваками вообще договорились поиграть фаново на болтах, но тут уже некоторые пустили в ход пистолеты и ножи. Но мне все равно, я буду использовать только Чейтак М200. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Бежал на меня катанщик.
Вот он. Если вы хотите, чтобы было больше такой фановой игры с различным оружием, то напишите об этом в комментариях. И меня забирает чувак с ником Hello. Ну что я могу сказать? Фрукты Hello, как в той рекламе. И погнали-ка. Чейтак М200 очень хорошо стреляет от бедра. Заметил я за ним. Ой, вернись, я все прощу. Ох ты ж, блин, его уже убили. Надо перезарядиться. Ой, миланчик выскочил. Охренеть, я все-таки его убил. От бедра опять. Да вы посмотрите. Пятый уже. Если учесть, что тут довольно дохрена миланов. Чуть ли не у каждого второго есть милан. Ну, плюс еще ножи, там, песты. То тут... Так, ой-ой-ой. Чувак достал пест. Его я забрал, почему удивительно, что в голову. Ай, катанчик, отвали от меня, не надо меня резать. Фу-фу-фу, плохой. Эх, все-таки прирезал меня. Это называется фановая игра на болтах. Сейчас такой уже, где именно чисто болты, даже не найдешь. Многие используют ножи и песты, и в итоге это превращается в поножовщина. А мне это не очень нравится. Мой любимый класс снайпер. И мое любимое оружие в игре за снайпера – это болты. Мне нравится порой побегать с той же самой альпинкой. Она от бедра довольно годная. Вы, конечно, можете сказать, что ты за снайпер такой стреляешь от бедра. Но, вроде сейчас попал, кровь даже брызнула. Но урона почему-то не было. Что ты за снайпер, могут сказать, который стреляет от бедра? Но именно этот процесс дуэлиться так от бедра мне и доставляет удовольствие. Конечно, против миланчиков довольно тяжело дуэлиться так. Темп стрельбы у них гораздо больше. И довольно опаснее. Ой, сколько тут народу. Какое ж тут мясо. И меня забирает прищепка с миланом. Ну что, нормуль. Сейчас просто игра лагает вообще абсолютно у всех. По одной простой причине. У многих чуваков из-за лага упал пинг. А из-за того, что упал пинг у них, лагает у всех остальных. Ой, кто это тут? Эх, меня забирает мафиозик. Походу, только присоединился. Ой, что-то я скосил. Опять скосил. Опять. Ну, наконец-то. Я убил этого. Ну вот, посмотрите, XM8. Полное ее название я не помню. Так сказать, давайте-ка их зарашим. Ай-яй-яй, опять мафиозик. Ну его там наказали с глока. Ой-ой-ой, опять я скосил. Да что ж ты будешь со всем этим делать? Минус. В подкате, да, найс, просто найс. И пойдемте-ка посмотрим. Уф, блин, отлично, минус анал, блин, еще чуть не чихнул. Ну, бывает такое. И у нас осталось менее минуты игры. Так, ой. Опять эта прищепка. Давайте-ка попробуем еще кого-нибудь забрать. Ой, опять скосил. Да что ж ты будешь делать-то? Кто тут? Шикарный минус. Чувак такого явно не ожидал. И меня забирает смерч. Вот, конечно, мне очень нравится, когда вот так двое дуэлятся, а третий вырывается и убивает. Ох, на глок меня хотел пустить. И пойдемте-ка. Пойдемте-ка. Давно я так хорошо не играл в мясорубочку. Такой.
Опять убили его. Блин, еще патроны кончились. Но и тут вышло время. И я сыграл со счетом 35 на 27. Очень даже неплохо, если учесть, что я рашил. Напишу им сейчас одну эпичную фразу. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, добавляйте меня в друзьяшки ВКонтакте и в Твиттере. В общем, адьос, амигос!